Чипендейл. Чипендейл лучше всех. Итак, мы готовы начинать. Продолжать вечер адского какого-то месяца. Меня просили нажать старт, и я нажимаю. Итак, слева у нас адская команда. Ну что такое? Го. Пишу я им японское словечко, обозначающее какую-то адскую непонятную игру. Итак, слева у нас адская команда адских представителей страны. Это Катерина, МВД, Go Crew, Хатикова и Редам. Справа не менее адская команда, но представителей святых сил Светоча. Это Иванок, Веном, Квест, Макс КК и на воротах Вандерса. Итак, поле вы видите, какое интересное, футбольное. Продолжение футбольной темы, и МВД попадает в штангу. Сразу же Катерина, МВД, Гокрю, Хатико. Вообще что-то подсказывает мне, или кто-то подсказывает мне, что это поле обычное Big Easy. Посмотрим, так это или нет, когда измерим это все по линейке. Катерина, вперед на Хатико. Тот сбрасывает обратно Катерине. Давно мы ее не видели, или я давно ее не видел. Ну, в общем, вот можете лицезреть Катерину. Лихо ее выбрали, как она только записалась, сразу же наплюсовали 100 тысяч плюсов и были правы, ребята. Человек это популярнейший. Катерина бьет, нет, мяч мимо правой стойки проходит. Веном и Иванок, пришел квест помогать им, и его здесь Хатико. Втроем не удержали этот мяч, игра идет 5 на 5. Как ни странно, на Big Easy, вроде как обычном, игра идет 5 на 5. Go Crew на Катерину. Катерина подает угловой, здесь МВД, и мимо ворот пошел мяч. Хатико и Макс КК, ну вот, красные, конечно, прижали синих. Хотя почему, конечно, не знаю, почему, конечно. Счет у нас противостояние армии Станы и Светоча 1-2 ведет армия Светоча. Ну посмотрим, пока что все сводится к тому, что красные-то фавориты в этой встрече. Хотя, вы знаете, как в нокболе бывает. Атакуешь, атакуешь, потом все равно получаешь гол в свои ворота. Атакуй, не атакуй, все равно получишь гол. Итак, Веном. А, нет, не на тот экран смотрю. Квест уже. И игра уже идет у ворот красной команды. Радам здесь. Сатанисты пытаются... пытается сохранить интригу во всем противостоянии, потому что если сейчас выиграет команда Светоча, то счет уже будет 3-1, и уже, в общем-то, не отыграться будет. Потому что у нас остался, по-моему, один конкурс, хотя, может быть, это все вранье. Не, на самом деле, это все вранье, конкурсов тут еще, по-моему, 500 штук. Итак, проверяем, что у нас получается. После вот этого футбола будет у нас теннис 2 на 2. Что такое? А, гол! Смотрите-ка, как все получается. Избивает команда армия Светоча. Вот так вот и есть, да, как обычно в нокболе бывает. МВД зачем-то ушел за боковую, видимо, получил небольшое повреждение и вот ждал разрешения судьи войти в игру и уже-то уже вошел. Итак, у нас будет после этого теннис еще будет. После тенниса будет пьяный дайнис. Не знаю, что это будет. Конкурс хаксбольный или, может быть, прямое включение из квартиры дайниса. И то, наверное, было бы очень интересно. После пьяного дайниса будет ралли 5 на 5. После ралли будут пенальти. И после пенальти пинбол. Так что, о, это я погорячился с тем, что не отыграться. Это еще будет полно шансов отыграться. Квест. Бьет и попадает куда? Да никуда. Веном, Хатико. Надеюсь, все это к Новому году хотя бы успеет закончиться. Потому что я, конечно, не ожидал таких противостояний. И смотрите, квест заносит мяч в ворота вместе со всеми. И с Реданом, и с своим партнером, и еще с кем-то там. И с Газоном вместе взятым. Был бы судья, и его бы туда затолкал. Go Crew, МВД. Вперед мяч, тут Хатико, Макс КК. Четко вперед. Вратарь выбежал далеко, вратарь у Сатаны вратарь гоняла, он же водила. А вот Вандерсар пока что в своих воротах предпочитает стоять. Квест бьет, какой мощный удар Квеста.
сопоставим с мощностью удара Филиппа Киркорова, да? Иванок. Макс КК, здесь Гоу Крю его оттирает Катерина. Катерина. Станет ли Катерина мозговым центром атак команды красных, так как это делала Кэти за ногомяч против сборной Нового года? Может быть, кстати, замена Кэти это была роковая ошибка. Кто знает, Квест бьет поворотом. Попадает в Гоу Крю. Стал адский пинг, кстати, обратите внимание, второе число было 666. Может быть, Сатана прикладывает свою руку, чтобы помочь красным победить. Эдакий Хаттабыч на футбольном матче. Сатананыч. МВД. Но если начнут двигаться штанги, то это действительно так. Пока что этого не происходит. Гоу Крю. Хатико. МВД. На фланге давит на Макса КК. И что получается у нас? Борьба в углу. Какой хронометраж матча? Сейчас глянем. 7 минут. Ну что ж, осталось 1,5 минуты, надо забивать 2 гола. Видимо, не успевает красный отыграться, хотя чудеса бывают. Особенно при пинге 666. Когда ты играешь за команду Сатаны. Редам. Хатико. Редам. Ну, 2-0 очень комфортный счет. Синие могут себе позволить особо не бежать вперед, но это не такие ребята. Они... Шальные отвязные. Катерина выбегает и нет. Бьет Ван дер Сара. Ван дер Сар далеко не Дмитрий Губерниев. Он знает, как. Как свои 5 пальцев эти ворота и вообще, что нужно делать в воротах. Не языком чесать, а, собственно говоря, показывать, кто за какую сборную играет. Точнее, доказывать, что ты не за сборную Дании. Катерина. Макс КК, 30 секунд остается, вот уже секундомер мигает красным, МВД, Квест, Редам. Да, пока что получается у красных только отбиваться. Видимо, Сатана снова получает щелчок по носу или пощечину, может быть. Или, может быть, уже пинок под зад от Светоча. Как знать. 3-1, счет уже довольно серьезный, отыгрываться будет тяжело. 3 секунды. Ну что, успеет ли сравнять счет команда в красном? Нет, не успевает. 0-2 заканчивается поединок. И ждем следующий матч, следующий конкурс. А это теннис. Теннис. Не знаю, как выглядит теннис. Надеюсь, не точно так же, как волейбол. Как-нибудь по-другому. В теннисе у нас будут участвовать со стороны армии Сатаны Кэти и Катерина. Со стороны армии Светоча, Тол и Веном. Кэти и Катерина должна быть суперсвязка, по-моему. Во всяком случае, суперрейтинговая связка. Ждем. Сколько у нас еще есть времени, спрашивает МВД. Да, в общем-то, показали мы футбол и уже показываем до победного конца. Побыстрее бы, конечно, лучше. Хотелось бы. Итак, ждем теннис.
пока не начался у нас теннис, а расскажу вам такую вещь. Хотел я сказать про попадание в команду Ногомяч.ру, вот в эту сборную в игре «Пес», чтобы играть против разных сборных, разных команд, играть в чемпионате России, и забыл. Вот, и сейчас, если кто интересуется этим, я вам расскажу. Так как стало очень много игроков, вы помните главное условие попадания в команду, чтобы я видел, как вы играете в футбол, чтобы я мог сделать футболиста более-менее соответствующего вашим характеристикам. Вот. Лучше всего это сыграть со мной в футбол, там, с ногомячом, допустим, завтра мы идем играть в футбол. Кому интересно, там, нам нужен еще один, по-моему, игрок в команду. Ребята там попросили. Вот, напишите там в личку куда-нибудь, в контакты или в комменты напишите об этом. Так вот, чтобы попасть в команду, проявите желание типа, попасть в команду. То есть напишите мне, я хочу попасть в команду Ногомяча. Там. Каким образом, любым образом, свяжитесь со мной, напишите, что вы хотите попасть в команду. И тогда уже там надо будет от вас фотографию и запилим уже все нормально в команду и будет все здорово. Потому что если я буду всем предлагать или всех делать, это огромный какой-то объем данных, дел и вообще всего. Нереально, в общем, все это сделать. Тихо. Ну вот, теперь мы готовы, видимо, смотреть теннис. А, и да, Ваду прислал ту самую замечательную свою песню про Батэ, которую он спел. Видимо, пересмотревши на эту замечательную девушку, женщину. Она же... Не знаю, как ее еще назвать. В общем, дама, госпожа, госпожа Батэ. Так. Это уже Вада поет. Итак, вы прослушали суперкомпозицию от Вада. Она, по-моему, вполне соответствует адскому течению вечера. Кто слышал, тот, в общем, наверное, проникся настроением ада и рая, может быть. Давайте смотреть теперь теннис.
Начинаем. Итак, у нас действительно запилились. А, нет. Катерина и 07 у нас. Катя все-таки не смогла посетить матч. Итак, как выглядит теннис? И куда надо попасть? Вот в эту. Так. Угу. Интересно, кому пришло в голову назвать это теннисом? Ну что ж, да, участники здесь вот что делают? Пасуются, возят мяч, отправляют его. Не знаю, у меня точно мозг после сегодняшнего эфира лопнет. Гол в теннисе забивает вином в линию красных. Вот так, наверное, надо это все описывать. 07 не стал пасовать, бьет. И авто 15 очков забивает свои... Как это все описать вообще? 07 будет пасовать на Катерину. И красные на половину поля синих отправляют мяч. Итак, счет 2-1. Напомню, общий счет у нас 1-3, но вы видите это на табло. На табло вы видите этот счет, общий счет наших всех поединков. Надо армистанист, конечно, уже выигрывать в теннисе. Как можно скорее начать с тенниса, в смысле, а потом уже там каких-нибудь пьяных данисов. Ну, пьяного даниса можно выиграть, наверное, только пригласив в свою команду пьяного панду или самого даниса. Посмотрим, у кого эти игроки будут в команде. Тут наверняка и победит. На того нужно будет ставить в букмекерских конторах. 07 Екатерина. Выжидающую тактику применяют. Ждут, что сделают команда синих. Команда синих пасуется и вот так вот забивают гол. На опережении, так сказать. Вином бьет. Попадает в 07. Уныло пишет 07. И забивает гол. 3-2. До скольки же у нас идет игра? Посмотрим, что гласят правила. Следующее будет ралли. Пьяного даниса не будет, сообщает нам МВД. Видимо, все бухло выпил панда и не оставил ничего данису, чтобы напиться. Веном, Катерина, 07. 4-2 счет тем временем, да, хотел сказать, до каких пор идет в этом матче. До 5 голов. Так что армия Станы очень близка к тому, чтобы отквитать одно очко у Светоча. Итак, Катерина. И 4-3. Интрига возрождается. Мощнейший удар нанес вином. Красные снова выжидают. Но вообще... Что волейбол, что вот этот теннис выглядит довольно скучно, что ли. Так, можно это сказать, описать. Не динамично. И, ну, ребята стараются, это, конечно, видно, но сама по себе карта не расположена, видимо, к тому, чтобы представить себе что-то адское. Допустим, вспомните самый первый конкурс, где просто огромный шар всех выносил по разные стороны баррикад. Вот это было действительно заруба. И 4-4. Решающее очко, да, Светочевская армия снова проявляет характер и сравнивает счет. Если они сейчас вырвут, то будет 4-1 общий счет. И уже будут серьезные сомнения насчет того, что способен ли Сатана что-то противопоставить в этот игровой, или не игровой, а боевой, военный, адский военный день. И 5-4, да, армия Светоча действительно... Очередное очко выигрывает у команды красных. Что, ждем следующий поединок. Там что-то у нас ралли, по-моему, ожидают.
Так, начинается ралли, наконец-то, долго ждали. Итак, правила какие? Правила такие. Три круга, кто последний придет из команд, тот и проиграл. То есть по последнему считаем, чей шар приедет последним, тот и проиграл. Вот и все. Итак, накидали, не знаю, что это, покрышек или трупов каких-нибудь... бывших хоксболистов или засушенные головы их. Ну что мы, начинаем. Зенит The Best стоит и подводит команду Светоча. Можно, видимо, уже не бегать. Видно, кто придет последним. Зенит The Best. Ну что же вы. Зенит, проснись, пожалуйста, я уже адски устал. Действительно. Ну, пока что ВВЕ нас развлекает чем-то веселым. Какой-то разминкой. Есть, начинается гонка. Не знаю, второй раз в жизни вижу эти гонки, так что сейчас будем въезжать по ходу действия. Значит, в синем сейчас все, и сатанисты, и светочеподобные люди. Еще Изи пришел. Ну что ж, давайте скорее, ребята, стартовать. Убрали кого-то. Лопнул один шар. От такого давления на старте ВВЕ снова всех развлекает. Ударами. С разгону. Итак, Изи. Лопнул Изи теперь и вышел АЗ. Что же за дела такие? Будет ли старт? Есть старт. Итак. Шары устремились. Иванок там по большому радиусу обыгрывает всех, обходит и вырывается вперед. Иванок — это представитель команды Светоча. Вторая полоса препятствий. Снова Иванок у нас лидирует. Это первый круг. Замыкает все. АЗ. В какой же команде АЗ? Было бы неплохо свериться со списками. Ну что ж, посмотрим. Сейчас... так, АЗ вообще не заявлен был на гонке. Тем лучше. Где же его искать? Райдеров, Айс и АЗ. В каких же они командах? Кто в курсе, в чатике напишите, пожалуйста, чтобы было понятно, в чем у нас интрига. Если, конечно, люди дожили до того, чтобы до этого момента еще способны писать. Райдер оф Айс совсем отстает и убивает нам интригу или нет. Иванок пришел, но это на второй круг он пришел, еще один же, три круга должно быть. Или на третий круг он пришел. Но что-то никто не пишет. Или это у меня просто комменты не обновляются. За сатану пишет Макс КК. Так что ли? Почему трансляция в таком виде? Ничего не понимаю. Тем временем уже гонки закончились. В общем, какой-то ад все эти новые поля, я вам скажу. Единственное, что мне понравилось, это самое первое. Вот это адища с огромным шаром, который просто всех расхерачил по углам. И все на этом закончилось. Ну что, кто победил-то, скажите, пожалуйста. Ну, тем временем драка какая-то между Билтиком и ВВЕ происходит.
насколько я могу понимать, потому что в хаксболе я, видимо, уже совсем ничего не понимаю. Светоч победил, пишет МВД. Ну, тогда совсем у нас интрига уходит на последний план в плане, кто победил. И теперь мы посмотрим пенальти. МВД пишет, что остались пенальти. Ну и хорошо. Значит, у нас не будет пинбола. И здорово, потому что это уже слишком адское. Итак, пенальти в формате 7 на 7. Не знаю, что это значит. Формат 7 на 7. 7 шаров против 7 шаров, видимо. Сатанисты. Редам, Сабитов, Стронг, Райдер 07, МВД и Хатико. Команда Светоча. Макс КК, Конда, Квест, Панда, НМСС, Толл. Ждем этих ребят. С надеждой. Смотрим. Ну, удастся ли армии Станы выиграть хотя бы еще одно очечко у команды Светоча. Потому что Светоч действительно силен и наш пастырь. Смотрите, что он делает. Он разносит Сатану в пух и прах. 5-1 счет общий. Кто бы мог подумать. Ну, пока ребята определяются, кто будет бить, кто будет стоять на воротах. Хотелось бы, конечно, все это уже завершить. Уже 24 декабря наступило. Уже пора идти играть в футбол. По-моему. Итак, пенальти. Rider of Ice. Ух ты. Впервые вижу это поле, и все это довольно забавно выглядит. Гол забивает Rider of Ice. Квест играл в стиле Дмитрия Губерниева на воротах. Редам. То есть решили сначала пробить все красные, а потом будут бить все синие, что ли, так получается. Так, правила какие, спрашивает квест? Ну, я думаю, отбивать все, что летит в ворота, и не позволять мячу пересечь линию. Хотя это, конечно, такой капитан очевидности. Ну что, давайте. Редам или квест? Редам, ух, как положил от штанги. 2-0 ведут красные. Следующий. Но вообще, немного соль серии пенальти теряется, когда все подряд бьют. Вот сейчас забьют красные все 7 голов. И что делать синим? Боятся? МСК. Не повезло ему в самом первом конкурсе. Вылетел он первым с поля. Хотя в тестовом забеге, наоборот, оказался победителем. 3-0. Ну что ж, горят синие. Квест сегодня не в форме, что ли? Не тащит ничего. С другой стороны, пенальти. Попробуй отбей еще. МВД. И о! Штангу попадает Леня. И это тем самым почему-то очко добавляется синим. В общем, что-то адское в хаксболе происходит, действительно. Сегодня все адское. Адский матч футбольный. Против адского Киркорова, адской сборной Нового года и вообще все эти адские новые поля в хэксболе меня... Не знаю, что сегодня снится будет вообще. Гоу Крю. Хорошо бы ничего не снилось. Гоу! Квест бегал на ленточке туда-сюда, дергался и... Как вы знаете, это не лучшая стратегия для вратаря. 4-1 закончилась серия пробития пенальти красными. 4-1. То есть 4 забили красные и 1 промазали. Штанга. Сразу в штангу попадает квест. Теперь надо команде Светоча забивать все свои голы. А это очень тяжело. И у сатанистов появляется шанс все-таки очко престижа еще разок вырвать напоследок. Веном. Гол. Вроде и по центру пробил, чуть-чуть правее центра, но очень уж сильно бьет Веном. Под перекладину и сбивает гол. Толл видит перед собой мяч на точке, разбегается, длинный разбег у Толла и задумался перед ударом и забивает все-таки, да, мяч не пересек линию, но чуть-чуть ее задел и почему-то засчитали этот гол. Ну, со Светочевской помощью все засчитано. В общем, Хоттабыч не только на стороне Станы сегодня.
Никто не хочет выходить бить пенальти за команду следующего. Так получается. Пандей сейчас выйдет. Вот он, Пандей. Ну что, давай, Пандей. Попробуй попасть в створ ворот. По центру будет бить? Нет. Бьет в угол. Хитер. Старый енот хитер. Еще один игрок, и тогда все будет ровно. И у нас интрига снова появится. Да, у армии светочный характер тот еще. И вот он, АЗ, решающий пенальти. Либо очко с танистом, либо продолжаем бить. Гол, продолжаем бить. Отлично, интрига у нас снова есть. Ну что? Так и закончили на ничьей, как так можно? Победила дружба, ну давайте уж до победного. До победного. Давайте, блужат. По одному. По одному. Итак, смотрим до победного. Счет у нас равный 4 за команду станистов и 4 за команду следующего в этой серии пенальти. Итак, Rider of Ice, это команда станы. Гол. Теперь надо команде следующего забивать. Кто же победит в этом финальном конкурсе? Пандец вышел. Пандей. Давай. Пробей прям по центру. Нет, гол туда же кладет, куда бил предыдущий участник Rider of Ice. 5-5 по пенальти. Да давайте уж без Венома пробейте, раз он ушел. Или его кикнули. Сабитов. Итак, смотрим на Сабитова. Сабитов или Квест? Квест у нас представляет команду Светоча. Сабитов бьет. И от штанги. И в ворота шло, но Квест отбил. Вот так вот. И теперь у армии Светоча есть шанс... Просто под орех разделать армию станы и закончить со счетом 6-1. Это будет действительно тотальное превосходство Светоча. Светоч победил Янатовского, помог победить Янатовского. И заработали сайты на Гемича и Хаксбола. И теперь помогает своим сподвижникам победить команду станы. Просто невероятным каким-то, с невероятным преимуществом. Квест, надо забить этот гол. Долго-долго разбегается. Квест задумался. Переглядывается с вратарем. Это психологическая дуэль. Кто же? Итак, разбег. Разбегается Квест. Бьет и... Ой, прямо в вратаря попадает. Нет. Не выдержали нервы у старика Квеста. Сторожила. Хаксбола. И попадает он прямо в вратаря, бьет. Слабенько так ударил, как-то не знаю, на что надеялся. Go Crew против Квеста теперь. Ну это да, нервы, психология сейчас все решает. Go Crew или Квест. Ай-яй-яй. Угадал Квест, но отбил уж очень удачно. В другую штангу попадает в дальнюю от нее ворота. Чуть было не спас, но вот так вот. Теперь надо забивать в команде Светоча. АЗ разбегается и забивает в притирку, прям, не знаю, между ног, можно сказать. Забил вратарю или как. В общем, всех запутал. Снова ничья. Ну, не знаю, может быть, уже действительно на дружбе сойтись в этом поединке. Но нет, мы будем до победного. Пока кто-нибудь из нас всех не умрет. Либо умрут все зрители, либо умрут все участники. Давайте. Квест стоит на воротах, Зенит The Best будет бить. И ух. Вроде угадал снова Квест, но мяч такой скользкий. Или что это? Не смог отбить.
Давайте скорее, ребят, пожалуйста. Пандец снова вышел. Уже третий раз бьет он. Гипнотизирует своего бывшего партнера по команде Редама. Ну да, или просто заправляет с пивом. Хотя он может делать и то, и другое одновременно. И не забивает панда. Все, победа армии Станы в этом конкурсе. 5-2 общий счет. То есть очечко престижа все-таки вырвали напоследок. Но это не умаляет заслуг армии Светоча, которая разгромно побеждает все-таки в этом соревновании армию Станы. И Светоч доказывает свое превосходство везде. На море, суше, в воде, в воздухе и в интернете. Всем огромное спасибо за участие, участникам за участие, зрителям за просмотры, комментарии. Не знаю, что, играйте в футбол, зовите друг друга на Новый год, празднуйте там, не знаю, что еще делаете. Многомечистов зовите куда-нибудь, можно сделать много Новый год даже, может быть, кому-то этим заняться, только не я. Я, наверное, сейчас закончу вообще все уже. Это был слишком адский вечер. До свидания, господа. Спасибо всем за все. Всем пока.